нами музыка и смех. Карнавал у нас сегодня. Замечательный наряд. Ёлочка оделась. Ей порадовать ребят очень захотелось. На ветках ее блестят новые игрушки. Ярко звездочка горит на ее макушке. Ёлочка не сводит глаз, веточками машет. Кажется, вот-вот сейчас Полечку запляшет. Тихо, тихо, сказку напевая.
луна засеребрила. Белый снег кругом лежит. Показались братцы зайки. Морковки каждый зайчик рад. Подберем мы все морковки и станцуем с ними ловко. Давайте каждый.
белым-бело. Сейчас возьму свою метлу и снег в сугробы замету. Но что же елочка не светит?
Мы ее попросим, дети, вместе скажем раз, два, три, наша елочка горит. Попробуем? А ну-ка приготовились и дружно все вместе. Раз, два, три, о, елочка горит! Ничего не получилось. Ничего. Я понял. Мамы, папы, бабушки, дедушки, ну-ка помогите нам все дружненько. Раз, два, три, елочка горит! А теперь все стало совсем по-волшебному, по-новогоднему. А теперь становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод. Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год! Ой, слушайте, какие же вы хорошие, берите садушки стоять! Ой, как подросли! Ой, зайцы тут! Вы что, споете для Дедушки Мороза песню? Я же песни так люблю! Держите садушки! Подарок принес, знаете, но надо с Дедом Морозом поиграть.
Ну-ка, приготовьте ножи. Приготовьте ножи и повторяем за мной. Если весело живется, делай так. Молодцы. Если весело живется, делай так. Топ-топ-топ. Если весело живется, мы друг другу улыбаемся. А если весело живется, делай так. Вы что, запомнили? Попробуем немножко побыстрее. Приготовили ваши ручки, приготовили ножки, повторяем за мной. А если весело живется, делай так. Лап-лап. Если весело живется, делай так. Топ-топ. Если весело живется, мы друг другу улыбаемся. А если весело живется, делай так. Заяц чуть уже не потерял, да? А еще быстрее сможете? Приготовьте руки, приготовьте ноги. Если я сложу, я сделал так. Если я сложу, я сделал так. Если я сложу, я сделал так. Слушайте, ребята, я не понимаю, а у кого же в вашей группе там какой неугомонный кролик, а? Молодец. А у кого в вашей группе самая-самая большая улыбка? А ну-ка, покажите мне все свои улыбочки. Сильнее улыбаемся, сильнее. Стоп! У меня же на елке моя любимая желтенькая такая игрушка. Ну-ка, дайте, девушка Зима, ну-ка посмотрим. Да, какая-то у девушки моя странная игрушка. Да, это хорошая игрушка, давай сюда. Сейчас посмотрим, у кого самая-самая большая улыбочка. Так, а ну-ка, все сильно улыбаемся, сейчас посмотрим, посмотрим. Будьте улыбки, когда все, что подавители, пойду покажем. Покажем улыбку. Улыбайся сильнее! Молодец. Ты тоже сильно улыбаешься? Ну-ка, стоп, давай так, пойду посмотрим тоже улыбку. Итак, улыбайся сильнее! Ну-ка, ну-ка, кто еще улыбается? Ну-ка, покажите улыбки. Покажите. Ёлочка, ты прекрасная. Покажи шурику, давай. Давай, выпрашивайся. Молодец. Слушайте, ребята, ну какие же молодцы. Давайте поаплодируем. Ёлки бывают худые, а еще ёлки бывают
кривые. О, такие, да. Вы что, запомнили? Итак, елки бывают маленькие. Ну-ка, покажи, какие маленькие, маленькие, маленькие. Большие. Толстые. Худые, кривые, маленькие. Ну, а теперь послушайте. Теперь ваши ушки на макушке, потому что я вас буду запутывать, а вы будете показывать такие елки, про которые я буду говорить. Попробуем? Точно понятно? Точно понятно, да? Хорошо. Итак, елки маленькие. Большие. Толстые. Худые, кривые, маленькие и очень-очень маленькие. Маленькие елки. А еще елки бывают большие, а еще толстые. И очень-очень большие! 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 Ладно, вот по-большому. Маленькие! 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 Не, не запутать не могу. Ну что, давайте поаплодируем. Старушки, вас. О, я придумал. А давайте-ка мы с вами за ручки возьмемся. За ручки возьмемся. Окружили? Окружили деда Мороза. Окружили деда Мороза. Это, видимо, неспроста. Так. Не выпустите деда Мороза. А я возьму тройну, не пускаю. Так. А я как здесь могу. Танцевать? Слушай, ну танцевать Дедушка Мороз любит, а вы мне поможете? А в ладоши похлопаете? Ну сейчас посмотрим, какие танцы в вашем детском саду танцуют. Будем танцевать. Скажу я вам саду. Садитесь на места. Ох! Вы знаете, что Дедушка Мороз
очень любит подарки. Он любит, когда ему стихи читают, если есть смельчаки. Это было селфи с Дедом Морозом. Ну что, больше, наверное, нет. Давайте, есть мельчатов? О, заяц, иди сюда, ну-ка, пойдем. Так, ну что, прочитаешь стихотворение? Хорошо. Ой,
волшебном новогоднем паровозике, а для этого нужно всем вагончикам крепко за меня прицепиться. Скорее, 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 скорее. И мы отправимся. Загадывайте желание.
будете загадать желание, загадывайте. Желания исполняются, это проверено. Кризис закончился, не переживайте. Слушайте. Вы знаете, за новогодние праздники мой волшебный фонарик собирает столько ваших пожеланий. И я уверен, что если верить в чудеса, то они обязательно сбудутся. Не правда? А я посмотрю, где же мой волшебный мешочек. А вы похлопайте в ладоши. Ой, какой большой, похлопать надо громко. Самое-самое доброе. Мы желаем вам с Новым годом, с новым счастьем. До свидания.